Всем привет, парни. Вы видели, я выкладывал уже. Это у нас Санта-Фе максималка. Это 4 привода. Полный привод, да. Да, полный привод. Здесь все обогревы есть, вентиляция есть, сидений. Ключик дайте. Включили машинку. Так вот работает, ребят. Вот у нас обогрев, вентиляция. Обогрев руля тут тоже есть. В предмаксималке обогрев руля тоже есть, ребят. Я узнал, сейчас только что мы спросили. Вот, обогрев точно так же есть. В предмаксимальной комплектации есть вентиляция передних сидений, обогрев передних сидений и обогрев задних среднего ряда сидений. Заднего ряда нету обогрева сидений. Это у нас максималка, все обогревы есть. И обогрев руля тоже также есть, и вентиляция сидений есть. Вот он у нас обогрев руля. Вот обогрев сидений, вентиляция сидений. Движок здесь двухлитровый, 247 лошадиных сил. Турбовый, ребят, движок. Так вот выглядит машинка наша. Но этот двигатель, вот этот, он хороший. Отзывы хорошие у него в Китае. И он на многие модели ставится. Именно двухлитровый. И коробка автомат Айсин. Хорошая. Восьмиступ. Даже не Айсин, а она именно корейская, родная. Но она восьмиступка, корейская, хорошая коробка. Вообще проблем не было. Поэтому их все устанавливают. Здесь он пока не открывается, наверное. А, ключом открывает, открыть можно. Ключ повернуть и открыть можно. Тут у нас электропривод, надо будет электроприводом поднимать, вот он. Угу, вот электропривод. И сиденье поднимается тоже. Регулируется. О. Вообще места много. О. А вот он, наверное. А это складывается. Обогрев сидений. Вот это, Алекс. Да. Сидение как назад регулировать? Назад туда сюда. Вот он, это мотор. Сяху шудон. А, вон он как. Он только вперед выдвигается, значит, электроприводом. А здесь регулируется. Я думаю, как он регулируется? И место как бы. Сейчас будем смотреть. Пусть задний ряд сидений он разложит. Я покажу, сколько там места. Ага. Алекс? Да, да. Задний ряд пусть они разложат, чтобы я сел за собой и посмотрел, сколько там места. А, ну, машина, конечно, вообще классная.
Да? Да-да. Вот я за собой сижу. Тут у меня место еще как бы, ну, нормально. Перемещаюсь. О, тут вообще. Тут еще больше места. Тут спокойно два человека. 170 сантиметров. Спокойно сядут. Так-то это детский, конечно. Не очень удобно. Потому что ноги высоко. Для детей очень хорошо будет сзади. Задний ряд сидений. Ну и так куда-то доехать. Людям ростом 170 сантиметров можно спокойно также доехать, если захотеть. Но далекое расстояние, наверное, не очень удобно будет. Ну а так, в принципе, очень хорошо. Этот цвет. Очень красивый автомобиль. Надо этот. И вот так вот они. Раз. Сложил. Ну как бы места очень много. Именно сзади. Для сумок. Если 4 человека едут, да, семья. Пол ровный. Очень удобно. Прикуриватель, подзарядки, регулировка заднего ряда, именно регулировка этого кондиционера, климат. Бензин у нас 92-й, ребят. Здесь в Китае, потому что бензин, оно дорогой. И движок вот настроен именно топливо под 92-й бензин. Чё плюс большой. Машина сама вообще классная. Но мне больше нравится в оранжевом. Такой люк у нас. И два именно люка. Две панорамы. Обогрев зеркал, слепые зоны, все есть полностью. Машина вообще в максималке, она там все есть. Именно. Кроме лобового стекла, этих дворников. Такая то же самое, что и автомобиль в Корее. Ничем не отличается.